конце 17 века Москва вошла в антитурецкий союз христианских государств. В ходе дипломатических встреч определилась ее будущая задача – идти на Крым. Это соглашение 1686 года получило название «Вечного мира». Тем самым Москва фактически вступила в Священную Лигу, созданную Австрией, Речью Посполитой и Венецией. Новый сезон истории крымских татар дивіться у неділю о 17:30 на каналі АТР.